В Каратаевском районе накопилось много проблем. Большая часть в Сайрамском населенном пункте, который был присоединен к городу. До 2023 года все населенные пункты Каратаевского района будут полностью обеспечены питьевой водой и другими благами цивилизации. Об этом на пресс-конференции рассказал аким района Абзал Аликулов. В Каратаевском районе есть около 48,5 тысяч индивидуальных жилых домов. На сегодняшний день из них 83% только обеспечены качественной питьевой водой. 3335 семей пользуются привозной водой. Но к 2023 году ситуация с обеспечением населения питьевой водой кардинально изменится, обещает аким района Абзал Аликулов. В микрорайоне Тасай работы первого этапа полностью завершены по водоснабжению. В Туране также завершены работы первого этапа. В микрорайоне Достык завершены работы второго этапа. Установлены приборы учета воды. В микрорайоне Азат всем абонентам была подана вода. В молодом районе, который появился всего 6 лет, сейчас в 8 населенных пунктах ведутся работы по электрификации. До конца года подрядчики обещают закончить работы. Тогда показатель подключения качественной электроэнергии в Каратаевском районе составит 93%. 72,8% обеспечены природным газом. В 3 микрорайонах района в ближайшее время появится голубое топливо. Сейчас 85% жителей этого района обеспечены природным газом. В 5 населенных пунктах проводят канализацию. До вечера работают 18 бригад. В первую очередь мы начинаем с многоэтажных домов в городе, так как у них подключены автономные котлы. Оперативно взялись за решение вопроса ремонта 55 школ. Работы идут полным ходом. Недавно здесь в районе был проведен круглый стол на тему «Бюджет с участием населения». По просьбе населения в Каратаевском районе решено построить 18 детских игровых и спортивных площадок и 2 ирригационных канала. Айжан Арапова, Нурлыбек Берикбай, новости.